процесс оклейки фар. Антигравийная пленка. Сначала фары нужно вымыть, но мы мыли, споласкиваем их клином. Хорошенько вытираем. Вытираем вокруг капота. Капот, чтобы тут нигде пылючка, грязючка не попала. Но хозяин, в принципе, попался очень такой щепетильный, адекватный, ответственный. Он машину помыл перед тем, как ехать к нам. Все были бы такие... Вытираем все это безворсовой салфеткой. Значит, клеим дело. Для фар вот используем такой гель Изион. То есть, ну, гораздо лучше, чем клеить, чем на какой-то спирт, на какую-то воду. Водку. На водку, да, раньше клеили. То есть этот гель мешаем где-то, ну, 50 на 50 с водой. Ну, получается очень хорошо. Коллега, приступим. Смочили, значит, прижимаем сначала основную часть, чтобы она была прижатая, чтобы потом можно было тянуть. И теперь тут бери, натягиваем. Вот, пленка, ну, достаточно такая податливая, пленка КПМФ 150-микронная. Главное ее хорошо потянуть, хорошо растянуть. Все, ну это не содержится. Все, так же самое теперь натягиваем вверх. То есть, с виду кажется, фары такие большие, такие угловатые, но на самом деле все довольно просто. Если иметь представление, как это делать. Ну, грубо говоря, фары заклеены, теперь нужно обрезать по краюшку. Вот, обрезаем чуть-чуть с запасом. Я сейчас обрезаю под фару. Сейчас делаю вот до резинки, чтобы эти вот убрать эти козельчики, да? У нас уже натянуто, сейчас это дотянем с феном. Пленка не полиуретановая, пленка виниловая. Как сказали в этом Вимотеке, она гибридная. Но тянется действительно такой, но есть что-то в ней полиуретанового. То есть вот такую фару натянули совершенно без нагрева, без лишнего натяга. Давай.
Вот, ну, значит, смотрим. Как получилось. Вот, и до сюда тут есть, вот остались, да, такие маленькие козельчики. Сейчас это когда обрежется, все это прикатается, прижмется. То есть, ну, фара такая достаточно, ну, большая. Тут вот видно, да, вот такой вот угол, не маленький. Но натянулась пленка без проблем. Пленка КПМФ 150 микрон. В принципе, фара заклеена. Ну, дальше, что тут дальше показывать? Дальше обрезается все это по краю. Вот эти вот козельчики все. Давай, подогревай. Просто вода, гель выходит как бы сверху, нужно выдавить его весь. Все. Большая, страшная на вид фара, заклеена, без каких-либо сложностей и трудностей, за 5 минут. Осталось ее обрезать и все.